Важный для тысячи молодых ребят день – выпускной. 11 лет учебы, напряженный месяц с экзаменами, стресс, и вот еще один день, наполненный грустью и радостью одновременно. Сборы с раннего утра, прически, макияж, подготовка наряда. Остаются считанные минуты до получения долгожданного аттестата. Кроме диплома, в единый день выпускных более 470 одиннадцатиклассников получают серебряные и золотые медали. В этом году впервые появились два уровня медалей. Это серебряный, первой степени, второй степени, серебро и золото, как это было когда-то. Поэтому у нас сегодня выпускается 471 медалист. Это тоже здорово. Всего стены школ покидают у нас более 4200 наших выпускников. И золото, и серебро как бы имеют одинаковый статус. Поэтому, безусловно, дополнительные баллы они придают нашим выпускникам. Но хотела бы отметить, что помимо федеральных медалей, у нас буквально 2 июля мы будем вручать еще наши региональные. В гимназии номер 30 в этом году 6 медалистов из 33 ребят. Директор учебного заведения особенно гордится выпускниками этого года. И традиционно хочу пожелать выпускникам выбрать единственную правильную дорогу, определиться в жизни, чтобы приносить пользу людям и получать удовлетворение от своей работы. 30-й гимназии в этом году все выпускники как на подбор. Медалисты, высокобальники, красивые, талантливые и спортивные. Лада Артемьева свою жизнь мечтает связать с медициной, а поступать планирует в Ульяновский государственный университет. В день выпускного чувства смешанные. Тревога за будущее, грусть потерь и предвкушение нового. Ну, присутствует небольшой страх, потому что все равно как-то детство играло, а тут все, небольшой такой шажок во взрослую жизнь. Страшно. Поступление тоже страшно. Поступлю, не поступлю. Расставаться с одноклассниками и прощаться с одной учительницей, которая всегда помогала, поддерживала, говорила, какая я умница и так далее. Впереди у выпускников последний волнительный и ответственный момент – поступление в ВУЗ и вступительные испытания. Желаем всем выпускникам этого года достигать поставленных целей и с легкостью преодолевать трудности взрослой жизни. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.